Надо все. Готов? Давай. Саш, какая ситуация сейчас под Дебальцево? Какие наши позиции теперь? Наше подразделение зашли на первой улице Дебальцево, укрепились там и ведут бои дальше, занимая следующие улицы. Сколько человек? Больше роты. Если будет через 30 часов перемирие, есть ли смысл вообще заходить в Дебальцево? Конечно, есть смысл. Нет смысла в перемирии. Нет смысла в перемирии, действительно. Почему? Это уже никому не поможет. Это наш дом. Какое может быть перемирие? Мы уже один раз повелись на эту шутку о перемирии. И после этого полгода они окапывались. И теперь пацаны гибнут там из-за того, что было это перемирие. Дебальцево столько месяцев не могли взять. Почему? А никто его не брал, не пытался. Было ж перемирие. Нет, вот сейчас, вот последние полтора месяца. Три недели ведутся бои за Дебальцево. Потому что укрепились. Им дали полгода для того, чтобы укрепиться. Там бетонное укрепление, там достаточно серьезно укрепились они. И поэтому выбивать их достаточно сложно. Как удалось прорваться? С помощью артиллерии. Очень много артиллерии туда работало. Постоянные попытки, беспокоящий огонь. Противник просто уже устал, видимо, от этого, за его невнимательность. Вот и воспользовались моментом и зашли. Твои прогнозы, как дальше украинская армия будет действовать? Побежит обратно на Артемус? Как сложно сказать, сложно сказать. ВСУ, скорее всего, отойдет, а батальоны, наверное, будут бодаться до последнего. Какая там сейчас обстановка в самом городе? Есть последняя информация? Пока, ничего, кроме того, что наши закрепились на первых улицах. А Саша, есть цифра, сколько украинские войска погиб каждый день на тот момент, в настоящее время? Есть цифры, но не точные, что за почти месяц уже нашего наступления порядка 2000. Это Дебальцево, только Дебальцево? Это в Дебальцево, да, погибло украинских солдат. Насколько они точные, никто сказать не может. Спасибо, Саша. Спасибо.